Всем привет! Я вернулся, и вот так теперь выглядит мой новый шоурум. Осталось только все эти кучи коробок куда-то распихать, куда пока не придумал. А плюс с этим мне еще много нужно чем заниматься, поэтому времени все это отнимает очень много. И поэтому времени совершенно не было снимать что-то новое. Но я планирую на этой неделе наконец завершить разбор коробок. И это первое видео, которое выйдет в октябре, спустя несколько месяцев моего отпуска и моей новой глобальной работы. Погнали! Почти два года назад я начал свой влог челленджа «Миллион за год с Бразер». Миллион – это, на мой взгляд, тот минимум, с которого можно сделать что-то похожее на бизнес. Бизнесом я называю не хобби, халтуру или я попробую, вдруг зайдет. Я говорю о целенаправленной, сосредоточенной работе над одним проектом, когда это является вашим основным, как минимум, а в идеале единственным делом. На 2024 год я задумал новый челлендж – студия вышивки с нуля. Это своего рода ответ для тех, кто бесконечно сомневается и ждет. Нет самого лучшего времени. Мир вокруг нас находится в постоянном гомеостазе, то есть в постоянном балансе. 10 лет назад было меньше налогов, меньше вышивальных машин, меньше конкуренции, ниже емкость рынка, то есть меньше количество запросов на данную услугу, но при этом выше рентабельность. 3 года назад случились массовые карантикулы, и рынок любых офлайн-продуктов заморозился на год. Но одновременно с этим рванул онлайн-бизнес, в том числе маркетплейсы, за счет которых появился кровавый океан одноразовых брендов одежды, которым нужны были логотипы. В прошлом году самое дееспособное и финансово обеспеченное население выехало из России, и логотипы стали не так актуальны, но взрывной рост получили военные шевроны, а малое количество бизнес-активных людей означало низкую конкуренцию. И так постоянно. Вырос курс, все стало дороже, стал выше порог входа, меньше конкуренции. Все события, происходящие вокруг нас, на старте имеют нейтральную окраску. Свой знак плюса или минуса они приобретают, когда проходят через наше восприятие реальности. И там, где один видит беду, другой видит возможность. Это мой манифест ждунам. Пока вы ждете, кто-то уже делает. И пока вы дождетесь, пока доллар откатится до 30, 60 или 90 рублей, пока скидки будут или распродажи, пока на Авито появится новенькая таджима без пробега за 10 тысяч рублей и так далее. Кто-то уже купил станок и пашет. Идеальный момент сейчас. Более идеального не будет. Та разница в цене, которую ждуны ждут годами, никогда не компенсируется потерянным временем. Так вот, кто еще не потерял волю к жизни от всей той дичи, которая нас окружает, соберите жопу в кулак и подпишитесь на мой YouTube, Instagram по ссылке в описании. Это план минимум. План максимум – это нажать колокольчик и делать вместе со мной все, что я буду делать в течение ближайших 12 месяцев. Скоро увидимся!